Если вы работаете на даче или где-то на природе и случайно порезали руку, то чтобы дезинфицировать рану, на этот случай есть всегда очень хорошее средство. Гель «Серебряный щит». Я всегда его ношу с собой. Вот, то есть, если у вас какая-то рана на пальце, допустим, вот, то берете, открываете и смазываете ранку тонким слоем. Вот. Видите, абсолютно не видно, что я его нанес. То есть наносить гель можно на открытую рану, плюс не остаются никакие пятна на одежде. Очень практичная вещь. Рекомендую. Из серии Must Have. Если вы работали с землей и решили перекусить, но у вас нет возможности хорошо, нормально помыть руки, помните, что в земле очень много разных бактерий, яиц, паразитов. Поэтому очень важно хорошо промыть руки перед тем, как кушать. Для этой цели у меня всегда есть с собой гель «Серебряный щит». Он меня выручит, как всегда. Вот. Вы видели, я занимался цветами, руки у меня, мягко говоря, не совсем чистые. Вот. Ну так, я их салфеткой предварительно вытер, заметные следы. А теперь я сейчас дезинфицирую. Вот, беру гель. Вот он, гель «Серебряный щит». И дезинфицирую руки. Так, достаю свой любимый гамбургер. Как сделать гамбургер, я уже снимал раньше видео, поэтому посмотрите по ссылочке, посмотрите. Все, руки у меня чистые, я могу спокойно есть гамбургер. Я спокоен, руки у меня очищены. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой видеоканал. До скорых встреч. Всего вам самого наилучшего. До свидания.